Девочки, всем привет! Я понимаю, что вам в последнее время не нравятся мои видео, но дело в том, что я сняла ролик про осаду от души, что мне было очень больно и очень обидно, потому что я такой человек, что очень плохо переношу. И хотела на этом закончить, но дело в том, что есть такие люди, которые начали оскорблять меня, начали унижать, по внешностью ходить, по речи. Это мне было обидно. И просто продолжалось это, знаете, как ответ за ответом, ответ за ответом, ответ за ответом. А теперь я поняла, почему вот эти все тайгановцы такие злые. Вчера я убрала некоторые комментарии, потому что там вообще было очень ужасное. Я, снимая ролики, никого не оскорбляла. Ни вашу Алексагину, ни Олега Зубкова, ни ее сына, ни мужа. А вы мне пишете, какие у тебя глаза вытащенные, какая ты страшная, фу, мне страшно на тебя смотреть, мне даже противно тебя слушать. Вот эти вещи, понимаете, и... А я вам хочу вот тоже, да, ответ давать, потому что я знаю, какая я, и мне ваши слова до одного места. Но дело не в этом, дело в том, что вы специально это все сделали. Почему, я вам сейчас скажу. А я не обижаюсь, честно говоря. Значит, мои хорошие, почему они этого сделали? Я скажу тем, кто именно живет в России и защищает именно животных. Пожалуйста, не поддавайтесь критике на комментарии. Это специально они так делают. А потом, когда ты им отвечаешь, они же на твои комментарии жалобу пишут. А когда жалобу пишут, ты уже не сможешь комментировать никому. Вот я только что зашла к Насте, хотела комментировать. Говорит, вы не сможете комментировать 12 часов. В общем, вас за какой-то комментарий, в общем. А какой у меня комментарий был, я... Они меня ужасно оскорбили, и я ей сказала, в общем, послала на хорошее место, а им не понравилось. Хотя то, что они сказали, и я куда послала, им должно понравиться. Ну ладно, дело не в этом. Дело в том, что я вчера была чуть-чуть подавлена и без настроения тоже, потому что люди мне говорили, вот зачем ты всуешься в Россию и так далее. При чем тут Россия? При чем тут это все? Я родилась в СССР и... Где хочу, там и бываю. Понятно? Это я говорю, потому что я всех люблю и уважаю. Это раз. Вы должны гордиться, что есть такой человек, который уважает все нации. Еще. Наконец-то я вчера собралась и посмотрела видео про жирафа. Люди писали, вот у вас в Европе. Да, вы правы. Это было ужасно. Я очень плохо перенесла это все, потому что я раньше думала, что в Европе любят животных, что они в обиду не дадут. Но вот это, что они публично сделали... Ой, я просто досмотрела это видео, это ужасно было. Самое больное, что мне вот именно задело и мне не давало покоя, когда они Маркуса вот пустили, как обычно, чтоб он кушал, бедный, шел и даже не думал, что сейчас будет. А этот ветеринар, хотя это не ведь, в общем, не хочу говорить, я бы его за одного места схватила, бы, а он, вы уже дальше поняли, прямо в голову и бах. Мне было очень обидно.
Плюс еще они объявили, что если кто-то хочет смотреть, приходите с детьми. Сзади зоопарка будет это шоу. И люди с детьми пошли смотреть на это. Я в шоке. А какие вырастут эти дети? Я в шоке, Господи. У меня же... Не знаю. Так что... Эти дети смотрели. Эти дети селфи делали. Это очень противно. Но в конец меня вообще убило, когда они... 6 львов, по-моему, застрелили. 2 или 4 льва было до года. И 2 больших. А теперь я думаю... Действительно, кто я такая, чтобы что-то кому-то говорить? Я думаю, что на свете есть Бог. И Бог это накажет, и каждый получит свое. Обидно очень за животных. И скажу, что я благодарна Насте, я благодарна Пеловей, я благодарна Кошкин дом. Я благодарна тем, кто защищает животных, как держать. Вы умеете снимать хорошее видео, вы умеете делать это с фактами. А я никто. Так говорят мне русские наши. Ну ничего, я не обижаюсь. Но это очень несерьезно, когда вы выводите человека, а потом на это же даете жалобу на комментарии, но ничего, я не обижаюсь, потому что 12 часов пройдет, я потом смогу комментировать, но уже тогда ваши комментарии, уже я не буду отвечать, а то же самое буду делать. Всем хорошего дня. А те, которые разочарованы, это ваша проблема. Я такая, какая есть. Дай Бог, чтобы вы столкнулись с таким человеком, как я, честная, справедливая и говорит всю правду. А хайп ловите – это вы, не я. Потому что не вы меня кормите, сама себя кормлю. Хорошего вам дня. Живите дружно, честно и не обижайте людей. Оскорбляя людей, у вас... Тут звездочка не появится. Я не знаю, как можно оскорбить человека, а потом ложиться спать и сказать: «Ой, я хорошо так оскорбила. Что у меня не так?» Мне скоро будет 50 лет. Бровки, глазки, носик, ротик, зубки, язык. Все нормально. Я себя люблю. Вот так люблю. Вот так люблю. Ов индичиузум сирии, то варен сирии. Ясенька с индишатом сирию. Ясенька с индишатом сирию. Энканам сирию. Фурцевит на мандарин карантанем. Царам ахбрюхет бейм. Хаскцак. Эхими хачохцис.